Здравствуйте, друзья! Вы наверняка очень любите индийское кино. И я тоже очень люблю индийское кино. Наверняка слышали такого актера, как Шахрух Хан. И, наверное, в России все-таки много людей, которые обожают его кинофильмов. Выпало нам шанс с 13 июля 2023 года посмотреть на русском языке его кинофильм «Патхан», который в Индии блокбастер. Вот я сейчас нахожусь у кинотеатра. Называется «Заневский кинотеатр». Находится этот кинотеатр на Новочеркасском проспекте. Сейчас попробуем посмотреть, какой адрес. Адрес: Новочеркасский проспект, дом 47. Вот такие виды. Пойдемте внутрь. Яхан хинди фильм лаги хуи хай, Патхан, Шахрух Хан ки. तो वो हम देखने आए हैं. रशियन में होगी. वोट किना चातर. वोट ग्राफिक. билеты здесь стоят 150 рублей для взрослых. Для детей стоит билет 110. Можно нам билетики? Да. Сейчас вот, который 14.50. 15. Да какой 14.50? А, это пятница, я на пятницу смотрю, да, 15. Выбирайте места, пожалуйста. Так, 11 ряд, 5 и 4 место. Нет. Вот билеты. Два билета нам обошлось всего 300 рублей. Хочу, чтобы вы тоже приходили сюда. Здрасте. Приходите обязательно. Мы всегда рады. Это я своим зрителям говорю, чтобы приходили. Пожалуйста, розовый зал у вас по левой стороне. Сейчас охрана выйдет и можете ходить. Вот здесь, смотрите, как красиво здесь. Можно, да? Конечно. Здесь можно посидеть, отдыхать, ждать своего сеанса. Для детей здесь есть всякие вкуснятины. Айскрим вора я обходить сакте. Яхан пар я old system се я. Театр. Вот. Кофе, чай, растения. Это не современный, но очень уютный. Вот здесь, смотрите, как красиво. Таких кинотеатров, наверное, больше нету или есть, но очень мало. Чисто, красиво. Здесь еще детская комната. А, для детей еще есть детская комната. Вот, если дети очень хотят, могут поиграть здесь. О, вообще, спасибо. Вот в розовом зале будет кинофильм «Патхан». Ну, съемки внутри запрещены во время сеанса. Сейчас зайдем, посмотрим. Вот такой зал красивый. जो भी पुराने जमाने में थिएटर्स होते थे तो वो ऐसे ही होते थे बट बहुत ही प्यारा है थिएटर सिनेमा हॉल ये यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर लगा हुआ है кажется мы будем одни а если вы пришли бы то мы были бы все вместе смотрели бы кино Патхан
В общественном месте запомните маршрут движения к выходу. Оцените обстановку и определите, откуда исходит опасность. Сохраняйте спокойствие и призывайте к этому находящихся рядом людей. Я суперлев. Исполни любое твое желание. Жениться хочу. На царевой дочке. Уверен, что ты ей подходишь. Ничего, мы ее подтянем до моего уровня. Я к невесте. Будет тебе задание. Если царскую волю не исполнишь, царевочку тебя казнит. Ура! Индийское кино. Правительство Индии приняло шокирующее решение лишить Кашмир особого статуса. Индийский парламент заявил. Радары не засекают, сигналы не обезврежены. Ничего не боится. Я живой. Где она? Закрывайте, закрывайте! Так что добро пожаловать в индийское кино в России, в Санкт-Петербурге. Сейчас я вам покажу плакат, как он выглядит вообще. Понравилось кино мне очень. Особенно музыка. Вот пацан. Вот. Спасибо вам за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайк. И подпишитесь. В комментах пишите свое мнение. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровыми. До свидания.